носке. Источник, ключ, лампа накаливания. Закон преломления света, формула тонкой линзы и квантовые постулаты. Светлана Здоронкова вот уже 22 года учит решать уравнения и вычислять формулы. Упор педагог делает на эксперименты и совместные проекты с детьми. И не зря преподавателя признают учителем года Бобруйска 2023. Более профессионально я могу выполнять эти задания разных этапов конкурса. Вот для меня такая цель – попробовать себя заново. Вот, насколько я выросла, увидеть этот рост. Кроме того, Светлана Владимировна становится лучшей в номинации «Физика, астрономия, математика, информатика». Впереди ее ждет областной этап, который пройдет в марте. Победа даст путевку на республиканский. Главный приз – хрустальный журавль, но далеко не единственный. На кону – автомобиль. В прошлом году лучшему педагогу страны вручили ключи от Жили. Я узнала Светлану Владимировну как очень добрый, отзывчивый человек. Она всегда помогает нам с нашими вопросами и проблемами, даже которые не касаются уроков. Мне очень нравится на физике. Каждый урок просто это что-то феерическое. Светлана Владимировна постоянно придумывает что-то интересное, новое. Конкурс профессионального мастерства проходит почти 3 недели. О себе заявили 30 педагогов. Это учителя начальных и старших классов по русскому, химии, истории, математике, географии, биологии и черчению. Обязательный пункт – самопрезентация. Во второй тур вышли только 6 педагогов. Позади открытые уроки, мастер-классы и публичные выступление на тему «Воспитать человека». Участвуя в первый раз, волнение есть. Волнение было перед каждым этапом конкурса, потому что это все для меня было новое, новый формат. Педагоги подтверждают свою и профессиональную пригодность, свое мастерство, знание своего собственного предмета и методики его преподавания в полном объеме. Высокое качество образования всегда было одним из брендов Беларуси. Неспроста учителя называют вторым родителем. И здесь политика государства неизменна. Обучение должно быть доступно для каждого, а подача материалов качественной и интересной. Система не стоит на месте, постоянно находится в динамичном и эффективном совершенствовании. А наши педагоги не только передают знания, но и формируют целую личность. Ольга Васенда, Максим Галионко, Бобруйск 360.